Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня на экране ваших телевизоров Санкт-Петербург и творчество народных, не побоюсь этого слова сказать, художников под общим названием «Митьки». Да даже я... Нет, ну как? Да это была застольная шутка в узком кругу. Ну как? Все, и все. Потому что никто... Первая фраза книги Шинкарева «Митьки» звучит примерно так. Я уж сейчас за давностью лет не могу процитировать абсолютно точно. Но что-то в этом роде там, что ниже приводятся правила поведения массового молодежного движения «Митьки», типа хиппи или панков, там, которые предлагаю назвать по имени основателя и классического образца Дмитрия Шагина. И «Митьки» дальше идет, описывается, так сказать, способ жизни. Вот, на этот момент не существовало ни массового молодежного движения «Митьки», ни даже этого слова. Просто вылетел джин уже и полетел, а дальше... А эти же застенчивые люди, образованные, которые никогда не ходили ни в каких тельняшках, никогда не изъяснялись там тремя словами, читали умные книги, там тихо занимались живописью. Ну, выпивали, да, это правда. Вот единственная правда. Вот... Никто не предполагал, что возникнет феномен этот. А уж возникнув, как связанный с успехом, он привел к каким-то странным результатам, непредсказуемым. Кто-то стал жить по написанному, и это написанное уже вроде стало, уже и тельняшку пришлось одевать иногда, раз написанное одеваются в тельняшку. Вот. И иногда и елы-палы сказать, или опаньки. Опаньки. Природа митьковского юмора в его как бы тупости. Вот, вот тупости, тупее нужно. Вот не нужно вот, вот так. Нужно тупо. Так, например, там упал, там, как вот, вот как падает в диснеевского фильма герой, там, как в театре. Нет, упал вот так, вот, упал, смешно. Здесь нет как бы второго слоя. Он, наверное, есть, и может даже пятый, вот в этой митьковской простоте. Но как бы его нету. Игра в то, что это что никакой фиги в кармане. Детство. Что ты взял на завтрак? У меня котлеты. А у меня опять соски плавные. Петьку иностранца, шариковую... Середину жевал когда-нибудь? Зачем мне это надо? Ты попробуй тому же не остановиться ни почем. А у химички трусы белые. Здравствуйте, дети. Сегодня у нас, как всегда, у всех ветераны. Им тоже полезно послушать. Посмотрим, все ли мы учили историю мирового искусства. Ну, я вообще-то родился художником. Мама у меня занимается сейчас научной иллюстрацией довольно много. А закончила в свое время, кстати, монументальную живопись, что смешно, потому что от самых форм она перешла к самым мелким, потому что она работает даже с бинокулярным монументом. Вот так. Я с детства видел, как делаются вот такие вещи. Не чистого искусства, да, как бы, а вот прикладного. И теперь понимаю, что вся вот моя эта тема, как каким-то все новым жанром, это вот все, вот это прикладное. Великое целование. Митьки, даже с малознакомыми людьми, для Митька обязателен трехкратный поцелуй. Эти разнообразные кадры принадлежат одному из немногочисленных митьковских анимационных фильмов «Митьки Майер». Александр Ференский сделал этот фильм на студии «Троицкий мост», совершенно не представляя, как делать анимацию. Его учителем в этом смысле стал режиссер-профессионал Анатолий Васильев. Этот фильм является совершенно нахальным экспериментом. Меня просто Саша пригласил нарисовать несколько титров в фильме. Я так и думала, что я честно так сделаю несколько титров и отвалю. Я туда пришла и поняла, что я оттуда уйти просто не могу, потому что мне стало настолько интересно и захотелось в этом участвовать мучительно. Титры я сделала и стала делать еще очень много другого. Она тут же выяснила и сообщила, что титры должны быть движущиеся, когда она увидела, как это все происходит.
Ну, как бы... Я тоже стала всех учить уму-разуму. Да, приглядевшись-то все поняли, что лучше титров-то не может быть. А там полфильма состоит из титров. Как бы они там надо-не надо вылезают в каждом эпизоде раз по 20. Вот. Ну, это уже одних титров можно было бы смешно сделать. Такой фильм из титров. Оле и Саше пришлось в этом фильме пробежать весь путь, который анимация совершила за 100 лет. Искусство, выставки, дружба, но все такое сильно, к сожалению, замешанное на пьянство, ну или к счастью, там уж теперь не поймешь. Вот оно вот привело к известным последствиям, то есть к созданию действительно очень известной в России группы «Медьки» и к тому, что основные участники этой группы стали серьезно больны алкоголизмом. 7 июля Дмитрий Шагин пошел в гости к Виктору Цою. Взял у него все пустые бутылки и сдал их, выручив 11 рублей. 8 июля Дмитрий Шагин пошел в гости к Борису Гребенщикову. И сдав гребенщиковские пустые бутылки, выручил 13 рублей. Потом еще братки 4 рубля добавили. Этот жанр можно красиво назвать предметная анимация. К Шевчуку сходил. Тоже удачно очень. Вообще уж если об алкоголе и анимации, то последние капли вообще... пожалуй, соломинкой на спину верблюда, был как раз фильм Митьки Майера и его съемки. А фильм-то делать надо. И вот у Толика совсем другие были впечатления о том, как надо. Вот. И мы первое время мучительно так искали, ну как же нам, вот как же нам выйти. И выяснилось, что у нас есть одно, что нас сближает с режиссером Анатолием Васильевым. Склонность к употреблению спиртных напитков. Все остальное у нас, в общем, оказалось разным. А это зато сошлось. И причем так крепко сошлось. То есть выяснилось, что мы одинаково очень любим употреблять спиртные напитки. И на самом деле это была вот такая серьезная, если так теперь можно сказать, серьезная жертва на алтарь анимационного искусства. А может, к Полу Маккартни пойти? Призадумался Митя. Да ну же, у него такие бутылки, что и не примут. Раньше бывало, пригорюнился Митя. На прекращение употребления алкоголя привело еще к интересному феномену, если уж об этом говорить. Выяснилось, что времени очень стало свободного много. Неожиданно оказалось, что это отнимало очень много времени. Почему-то мы это считали, что это так между делом пьется. Выяснилось, что это отнимало все время. Поиски выпивки, поиски опохмелки, нахождение вот в компании, где тебе вообще-то неинтересно, но ты там потому, что там выпивают. Общение с людьми, которые тебе на самом деле, как потом выяснилось, просто не нужны. Там. Но кроме общей страсти к алкоголю, ничто не связывает вас. Ностальгия – это замечательный, прочувствованный эпизод, но мы его оставляем без комментариев. Кто-то со остроумно заметил, что как Митьки пили, знала вся страна, так а потом вся страна стала знать, как Митьки не пьют. Как бы действительно смешно. Сейчас, так сказать, все же переменилось, и Митек вызывает в мыслях мгновенно слово «Митек» такой образ скучного зайца такого, который ничего не пьет, борется с алкоголизмом. Да, вот все как-то. Опять же, это естественно. Многие, по-моему, до сих пор думают, что это какой-то имиджевый трюк наивный, что на самом деле тайком-то попивают, и так им хочется думать. Увы, все не так. Рад бы я тайком попивать, но сдохну сразу, чувствую. Поэтому не делаю этого.
первого разговора на студии с Игорем Масленниковым и Виталием Аксеновым, продюсерами нашими, сидела мысль о том, что это мы должны сделать русский Yellow Submarine. Потому что это должно быть так. Потому что это аквариум и медьки, это что-то вроде Битлз вместе, все. Это что-то, как теперь бы сказали, культовое, тогда слово было неизвестно, к счастью. Вот, и что песни из Yellow Submarine, уж понятно, всякие знают наизусть. Так значит, и наша должность. И задача Бури была поставлена четко. Песни должны как бы распеваться народом. Ну, не знаю, по-моему, это удалось. На февральском снегу нас не сломанной над каналами света погас. Что ж сегодня так люто и холодно, вынь браток из кармана фугас. Я в крутую жировку не верую, нам не светит объятий и ласк. На забор закрытые двери наши жены уснули без нас. Открывай же фугас ключик ломанный, век жаровки теперь не видать. Так жируй же, браток, дожировывай, завтра будут лишь ножки торчать. Вихрь колючий под ватник ударится, песня заглохнет, замерзнет вино. Что же с нами, мой братушка, останется? Может, завтра затопчут в говно? Я человек оптимист по натуре. Я очень люблю все трогательное и героическое. И тема трогательного и героического – это основная тема моего творчества. Все, что я делаю, это либо трогательное, либо героическое, либо и то, и другое вместе. Борис Гребенщиков написал музыку и для Ольгиного фильма. А Александр Флоренский был художником. Он говорит, что очень важно было в этом фильме все лепить самому. Это было естественно. Одна рука. Ольга получила множество призов за этот фильм. Саша вспоминает, что познакомились они с Ольгой, когда им было по 17 лет, а поженились через 4 года. Они говорят, что все в анимационной работе у них не как у людей. Сначала сняли 53-минутный фильм, а потом короткий, Ольгин. Замечено было впоследствии на парижской выставке, что сей русский исторический феномен при всех воинских регалиях представлялся в живых картинах на отечественные темы. Снискав любовь и уважение взыскательных французов. Экспериментаторская линия и такая как бы нарушающая табу какие-то, это вот Олина. А у меня наоборот крайне консервативно редакторская такая. То есть я как бы... Почему, собственно, я стал вовлечен в какие-то тексты даже, например, в которых считаю, что до сих пор, что пишу я там не очень хорошо. Но я очень редактор прирожденный, хороший. Вот я вот критиковать чужие тексты большой мастер. Еда. Помимо титров... Ольге в фильме «Митьке Майер» доверили сделать этот эпизод самостоятельно. Опаньки! Ну и как-то решили отдать ей на откуп эти титры, уже движущиеся. Ну пусть она их делает. А когда она их сделала...
выяснилось, что вот с пластилином как-то ей интересно. И предложили тогда ей сделать, там такая новелла «Еда» есть известная, где вот Митёк как бы покупает плавленый сырок, и дальше все видят, что из этого сырка можно, значит, как бы мысленно приготовить, там, от коровы до жареной курицы и бутерброда с икрой. И вот этот пластилин, а тогда не было иностранного пластилина, был какой-то убогий, такой цветом мыла, желтый вот этот жуткий, похожий на оконную замазку. Ну вот, и она из него, тут уже просто никто не ходил в эту комнату съемочную, она там 3 дня что-то возилась с оператором и сделала такую фильм в фильме. Опаньки! Умело приготовленный плавленый сырок заменит вам любой продукт. Да, этот первый опыт Олин работы с пластилином позднее, как вы уже видели, вырос, не побоюсь этого слова, настоящее искусство. И я такую стойкую ненависть к фильму Митьки Майер выработал, что первые года 3 я все время мучился и думал, вот как его надо теперь окончать. Как бы я знаю про каждый кадр, как его улучшить. Если бы мне пришлось тогда читать кому-нибудь какие-нибудь лекции об анимации, а я так со своей наглостью, наверное, уже бы так и мог бы, считаю, что ну как, я же уже крупный мастер. Значит, целые 1.5 года пил с профессиональным аниматором ежедневно, имея все основания, вот. То я бы, наверное, строил эти лекции, вот я сейчас так думаю, на том, что я бы показывал фрагменты из фильма Митьки Майера, объяснял, чем они плохи. У кошки 4 ноги, позади А. Флоренские. Передвижной бестиарий. Австралийский кенгуру-спортсмен с боксерскими перчатками и порядковым номером. И мы видим, как готовятся к выставке экспонаты этого передвижного бестиария. Как написали флоренские, идея передвижного бестиария базируется на давней отечественной традиции устраивать разнообразные зверинцы, балаганы и прочие аттракционы с участием животных для развлечения и просвещения публики в местах ее массового скопления. А вот еще. Военная собака-связист с полевым телефоном и снарядным ящиком. А это белка или, может быть, стрелка. Ну, в своем таком естественном состоянии. Что это такое? А, вероятно, это туша. Да, как пишут флоренские, покорная говядина – потенциальный источник рагу и отбивных. Схема разделки мясной туши говядина в Санкт-Петербурге. Конечно, что такое бестиарий, в отличие от насекомбария, это надо будет спросить у самих флоренских. Да, а это рыба. Осетровая рыба-трофей с раздвижным устройством. Мечта рыболова. Сидят 2 человека где-нибудь там, не знаю, на втором этаже на даче, и свинчивают какие-то ржавые предметы из проволочек каких-то там, деревяшек. И вот страшно ругаются. Один там утверждает, что вот эту проволочку ни в коем случае сюда нельзя привинчивать, потому что это последний дурак так вот мерзко это сделает. А другой утверждает, что напротив, только последний идиот не понимает, что эта ржавая проволочка вот как нельзя более вот ослепительно подходит вот именно вот сюда. Это не самогонный аппарат. Это собака Павлова. Жалко, что великий физиолог не может увидеть это воочию. Вся эта выставка предназначена для летнего сада.
в том числе и приводимый в действие этим сложным механизмом беспробудно деревянный крокодил. Ну и, разумеется, русский ресторанный медведь с подносом, вином и фруктами. Все пожелания, претензии и поцелуи посылайте вот по адресу флоренским. Вообще, ключевая фраза, ее выдернула Оля из романа небезызвестного «Мастера Маргарита». Она является, вообще можно сказать, эпиграфом ко всему жанру русского дизайна, которым, можно сказать, мы заняты, включая анимационные фильмы. А там это известная сцена, где прилетели все на бал к ведьмам, там на шабаш. И тут вот шофер, или кто там этот самый, кот-бегемот, что ли, не помню, а то и Коровьев, соорудил из двух сучков какой-то подозрительный телефон, по которому позвонит, так сказать. Вот это, на самом деле, ослепительная фраза, сооружение из двух сучков какого-то подозрительного телефона. Вот, так сказать, вот все вот это строго в этом кино и в этих проектах и есть. Вот такое. И велосипед, то есть изобретение велосипедов, да еще и плохих. Вот в чем дело-то. Вот это характерно для Митькова. Нет бы хорошего. И вот это вообще русское такое-то. Ну, хороший бы велосипед. Можно же изобрести велосипед гораздо лучше, там, заграничного. Нет, русский будет кривой, деревянный, кособокий, связанный изолентой и алюминиевой проволокой, и гораздо хуже будут его свойства, так сказать. Вот в этом и есть ослепительность. Это и есть природа московского юмора. И это смешно и здорово. Краткое содержание 53-минутного фильма «Митьки Майер» таково. Мистер Майер, американский миллионер, приехал в Россию, стал Митьком, выбросил все свои вещи и стал работать в котельной. Россию-то мистеру Майеру и нужно. Саша Флоренский говорит, у нас исторически предводителями народа являются поэты и писатели. Про них говорят, поэт в России больше, чем поэт. Они могут в лучшие времена собрать стадионы, их даже расстреливают, ссылают и убивают на дуэлях. Живопись в своем первозданном виде в России слабо приветствуется. Чтобы стать понятной народу, ей нужно стать наполненной литературной составляющей. Это гениальная мысль и воплощается сейчас флоренскими в их новом проекте «Русский альбом» по ожившим картинам передвижников. Пропал целый же пласт жизни с момента, когда окончательно все поняли, что мы пока больше фильмов никаких не делаем. Пропал жанр поездки на фестиваль нашей жизни. А мы губу-то раскатали. И как сказал один хорошо один поэт, когда губу раскатал, закатывать ее обратно довольно-таки затруднительно. Ну так зачем дело стало? Господа Митьки, пора делать кино. Борис Гребенщиков поет эту песню в фильме «Митьки Майер». А четверостишье, изобретенное Ольгой Флоренской, подходит сюда замечательно. Белеет парус одинокий, в тумане моря, господа. Привет, немытая Россия, гори, гори, моя звезда. Ну что ж, надеемся, что Митьки продолжат свое разнообразное творчество и не устанут на этом пути. Всего доброго. До свидания.